10 магазинов, только он там за углом, там есть проезд, видишь? Машинку поворачивал, решил здесь поехать, походу. Зачем? Не знаю, проси. Да. Вызвали гаишников. Эй, привет, ребята, подписчики Лурус канал, привет. Респект по делам. Сейчас я вас пропиарю, подойдите. Здрасте. А зачем вы сейчас заехали-то? У меня он терминал стоит, как я к нему должен подъехать? По кратчайшему пути, а где он стоит у вас? Он стоит. Мороженое? А? Мороженое или где? Мороженое, там, смотри, пивечка. Ну-ка, пойдемте посмотрим. А, ну вот он. А почему вы там не можете к нему проехать? А? Почему вы там не можете к нему проехать? А мне надолго. Я же не могу там дорогу перекрыть. Там весь ящик разрисованный стоит, и на хулиганы разрисованы. А где вы решили его перекрыть? Мне вот сюда надо встать, вот эти машины. И все, и пошел я заниматься своими делами. Я что сюда, просто так? Но вы ничего загружать, разгружать не будете, да? Мне надо машину поставить, ящик отмыть, и вон там еще один будет стоять. Но в кузове лежит. Погружать, разгружать вы, короче, ничего не будете, правильно? Я правильно понял? Нет, я сейчас оборудование буду загружать. Пусть не готовы. Ну, 5 минут можете встать. Но 5 минут по ПДД. Устраивает вас? 5 минут я не могу. 10 минут. Не, выгрузили и заехали. Куда заехали? Не, вы выгрузили, уехали, отогнали машину, припарковали. Куда хотите, я не знаю. Ну, может, не на стоянку как-то сюда встать? Это не стоянка, это тротуар. Это разрисована стоянка. Чего? Весь с чего вы взяли? А знак вы видите тут? Какой? Ну знак, как парковка обозначается у нас? Знаком? Ну там нарисован, вон там впереди инвалиды нарисованы на асфальте, правильно? Вон, где вон там машина стоит, там инвалиды нарисованы на асфальте. Парковки нет? Знака нету. Тут и машина все разрисована. А где что разрисовано? Я чуть не вижу. Ну какая-то белая линия есть, но знака дублирующего нет. Должен знак же у нас быть. Это да. Ничего, да, а его нету. Тут машины специально нарисовали. Там где инвалид, вот там. Местные жители стоит. Сказали, только чтобы общались с девушкой. Все, только стоит. Они нарисовали, хотели я поставить знак. Я сюда приезжаю, когда я шел. Я просто так сюда не поеду, зачем мне сюда ехать? Но вы водитель? Да. Вы видите знак тут? Какой? Знак парковки видите тут? Под снегом, там что нарисовано? Вы что он под снегом? Знак вы тут видите? Вы будете гаишнику говорить, я не видел сплошную, она под снегом или что? Вы тут видите знак или нет, парковка? Ты тут видишь пешеходную зону. Я вижу тут тротуар. Я не вижу. Ну, хорошо, люди с дороги, тут дорога по-вашему, правильно? Дорога. Люди с дороги прыгают в автобус, правильно? По-вашему. Правильно. Ну, вот видишь, машины стоят. Когда они сюда приехали? Они нарушители ПДД, к сожалению. А кто? Я тебя у подъезда видел нарушителей, когда ты здесь живешь. У меня у подъезда никто не стоит на тротуаре. А, у тебя там столбики стоят? Нет. Это... У меня я живу. У тебя тротуар там, правильно, 2 метра ширина. Правильно? Не 2 метра. Ну, не, были дебилы, которые вставали на тротуар. Да. Отучаются это... быстро, да. Моментом. Это да, правильно. Ну. Это я с тобой согласен. Ну, здесь не 2 метра. В общем, больше спорим. 10 минут вам надо, правильно? Да. Ну, вставайте да, туда, 10 минут, все, так уж и быть. Хорошо. Да что сюда? Просто так, чтобы приехал. Мне прям делать нечего, я сюда приехал. Мы не знаем. Тут попадают все такие. Вставайте вот сюда, даже на ночь правее. Сейчас эти менты приедут. Ну, приедут, оформлю. Да. Засекаем, что, пацаны? 10 минут. Да, 10 минут. А что, разгрузиться ему надо или что? Да, ему надо разгрузиться, но он... Сначала ему надо терминал это сделать, потом разгрузиться. Вот, ребятушки, какая тут ситуация у метро Дмитровская. Тут вот такой вот заезд во двор и выезд со двора. Соответственно, а вот тут вдоль, соответственно, дороги идет тротуар, отделенный бордюром, да, широкий. И, соответственно, там остановка, тротуар, все дела. Но почему-то куча машин тут паркуется прямо на тротуаре. То есть непонятно, никакого знака тут, естественно, нету, ничего нету. Вот. Вот сейчас единственного человека пропустили туда для разгрузки. Вот. Вон люди выезжают, заезжают. А с нами есть вот тут вот Сергей и Виктор. Привет. Они с канала против... Правостояние. Они с канала Правостояние. И надо на них обязательно подписаться и нажать на колокольчик. Обязательно. Они борются со злом. И вот человек сейчас уезжает.
чуть не сбивает людей, а он разворачиваться будет. Эй. Виктор, надо ему сказать, что он молодец. Да, молодец, и все. Аккуратненько. Или он по кратчайшей территории решил? Даже не знаю, не знаю. А, вот это все. Не, он развернулся решил. Нет, так все сложно. Интересно, зачем? Ссылочка обменить внизу. Да, ссылочка на канал с правостояния будет в описании. А что это такое? Что, выпускаем ее? Ну, давай-ка. Может, по кратчайшему пути? Я же заехала по разметке. Товарищ водитель, что вы здесь делаете? Почему вы на тротуаре? Я парковалась согласно разметке. А разметка, она чем должна быть подкреплена? Вы права сдавали или покупали? Смотрите, аккуратно отжимайте обогрейчик. А вы простите, кто? Это Витя, я Павлик. Можете меня слушать. Аккуратненько, никого не задевая, выезжаете. И больше здесь не паркуйтесь, хорошо? Все. Это ладно. Друзья, те, кто водители выезжают, мы их просим включить аварийку аккуратненько, потому что назад смысла нету, мы только заехали, аккуратненько на аварийках, можно просим выезжать, только совесть вызываем. А вот нас заезжает, мы скажем, ну что, ребят, да. Слушай, а мне говорили, что вы нещадно провоцируете людей. Это как вообще? Конечно, провоцируем. Не только мы уже провокаторы, нас всех обвиняют, что мы провокаторы. Не, на самом деле мы не провоцируем, а мы стараемся призвать к совести, объяснить ситуацию. Что здесь вы на тротуаре, кстати, многие тоже юристы нам говорят, что да, ребята, главное, чтобы словесно, не нужно. Никак, ничего, то есть, если идет провокация, мы на провокации не поддаем. То есть, если сторона нашей агрессии идет, естественно, мы тоже агрессию включим, да, то есть мы будем защищаться. Но так мы стараемся без агрессии, без всего, сколько у нас рейдов было от нашего канала, мы стараемся проводить добрый рейд. Мы не стоп-хам, мы на крики фильм, мы просто... А стоп-хам злые, да? Стоп-хам злые, вот. Ну, а я, как вы знаете, провоцирую людей на соблюдение закона и вообще каких-то норм приличия. Я, да, провокатор немножко, но только на хорошие дела. Виктор еще не даст соврать. Да, Виктор вон, он трясется весь. Холодно ему, за правое дело мерзнет. Вот можно его сейчас спровоцировать на улыбку, расщекотать. Вообще, надо по кратчайшему пути уехать. Зачем он так поехал? Не знаю. Но 10 минут не прошло, он уехал, в принципе, нормально. Пока вы не подошли. Я знаю, что придется это самое, пофиксировать вас чуть-чуть. Можно, да? Ну как вам основали? Ой, не слеплю вас, ничего? Ну, вы привыкнете, ничего страшного. Да, что вы хотели поинтересоваться? Почему вы машину снимаете? Здесь специально парковка. А с чего вы взяли? Вы водитель? Водитель, я живу вот в этом. А на права сдавали или покупали? Почему покупал права? Ну, потому что с чего вы взяли, что здесь парковка? Во-первых, вот дом живой. Видите? Подъезды выходят вот сюда. Да. Так? Замечательно. Пойдемте. Да. Нет, вы объясните, на каком основании вы снимаете? Я хочу вас услышать сначала. Я хочу знать, почему вы люди нервы мотаете. Нет, снимаем, потому что хотим. Снимаем, потому что хотим, а по поводу парковки я вам объясню. Да, вот давайте. Дело в том, что... Что? Сюда идем. А, знак? Да, правильно. Знак какой? Воровая территория. Воровая. Вот с этой стороны начинается. Вот дом стоит. Вот люди живут здесь. Подъезды вот сюда выходят. Да. Это поддомовая территория. Пошли сюда. Вы не совсем правы. Пойдемте. Раскапывайте. Сейчас мы докопаемся до истины с вами. Оскорблять насчет права. Какой вы имеете право? Я у вас спросил, купили вы права или нет? А какое право вы имеете? В смысле? Вы же меня спрашиваете, что я тут делаю? Я спросил, вы спросили. Вы людям нервы мотаете. Мало того, что нас гнобили здесь полтора месяца. Почему? Потому кто что... вас гнобил? Ну-ка кто? Вот эти вот, что ли, вас гнобили? Да, гнобил, вот эти вот? Так если они не правы, мы им по попке надаем. Кто гнобил вас? Кто? Ну, посмотрите на этого человека, кого он может загнобить? Кошку? Вообще, ладно, вот, давайте мы вам объясним. Вы хорошо. Живете вот в этом доме. Вот у вас подъезды, подождите. У вас дети. Давайте я вам объясню. Давайте я вам объясню. Смотрите, как дело в том, что это тротуар. Нет, по это ПДД. Нет, это тротуар. Нет, но это можете нет. не спорить. Но можете не спорить, это аксиома.
Если вы хотите здесь парковку, я могу вам подсказать, как ее сделать. А это административное правонарушение по статье 12.33 Кодекса административных правонарушений. Нам парковку сделали. Это загрязнение, это самое. Нам парковку сделали в этом году. Кто вам сделал? Кто вам ее сделал? Управа. А почему управа не додумалась поставить знак и оформить это надлежащим образом? Как вы думаете? Почему здесь должно? По закону. По какому закону? Российской Федерации. Здесь стоит кирпич, здесь стоит знак, парковаться нельзя. Это не дорога, тут вообще не стоят знаки. Если бы тут была знак парковка, тогда да. Это придомовая территория. Придомовая территория у вас там. Это... А как? Чего вы пропустили? Нет. Он правильно говорит. А это тут у вас. Здесь люди... Дворовая зона там. Есть тут, тут люди. Нельзя парковаться и двигаться по тротуару. А там вы его пересекаете и заезжаете в это. Там нету тротуара. Он здесь. Нету тротуара. Ладно, хорошо. Да, я ругаюсь, они на нервы действуют. Придомовая, придомовая, а это тротуар, разъезжающие да, земли. Да, а вот если бы вы жили в этом доме, что бы с вами было? То он бы сделал здесь парковку и все, по закону, если им надо. Вот там тротуар, он всегда там был. Мы в этом доме то есть там стоят машины, правильно? На тротуаре. Мы в этом доме живем 25 лет. Он вообще 40-го года. Это вот здесь построили метро до того, как... Плохие люди. Того, построили офисов полно. И вот они вот ходят вот туда. Смотрите, девушка. Я не девушка вам. Ну, я вам бабушкой кажусь. Как вас, как вам обращаться, чтобы... А мне не надо обращаться. Ладно, хорошо. Просто надо иметь совесть. А совесть, здесь, смотрите. Здесь живут люди. А по-вашему, люди вот прыгают с остановки, вот тут на дороге, да? Они с дороги прыгают в автобус, да? По-вашему. Ну, здесь логика. Остановки сделали после того, как здесь была парковка. Ну, остановку на дороге. Или на парковку. Гаражи вообще. Безобразие было. В общем, если вы хотите ту парковку, вам нужно написать коллективное заявление в управу. Да сделали нам уже, и написано все. Да где? Где знак-то парковка? Это незаконно нанесено. Она даже не по ГОСТу, поэтому она стирается. Где она стирается? Вот она стирается. По ГОСТу разметка. Вон, выйдите на дорогу, смотрите, там толстый такой жирный слой. Вам нужно написать коллективное заявление в управу. Это жирный слой 5 минут назад сделали. 2 дня назад. 10 минут назад, неважно. Нет, вам нужно написать заявление в управу, и тут будет парковка, знак парковки, и вы будете тут... Мы. А кто нам это? Мы же сами что разметили? Ну, я не знаю. Я подозреваю то, что явно не управа. А кто? Сами что ли? Плохие люди. Плохие люди. Да, плохие люди, а вы хорошие. Нет, мы ужасные. Вы ужасные. Жили, да? Да. Да, многодетное... Я жил в стопарковочное место и не заезжал на тротуар. Какое парковочное? Любое. Где? Хоть платное, хоть бесплатное. Здесь нету платных мест, нету. Пройдите по всем этим. Пройдите чуть-чуть, найдете. Куда? Нет. Куда? Туда? Есть, да. Это другой район. Вот, в метро пойдите, там есть парковочные где места. Где метро? Там? Да, вот там есть парковочные места. Да? Там да? Стоит парковочные. А вы не видели, что там хлебозавод? И там паркуется место, там никогда не поставишь. Можно найти. И я с ребенком оттуда буду идти сюда? Не надо никуда идти, просто выбейте управу, и тут парковку. Нам все. Сделали парковку, вот она да парковка. Да не сделали ее вам, вас обманули, я не знаю там что. Парковку даже сделали. А на каком основании вы снимаете? Вы нам разрешили. Нет. В смысле? Вы снимаете людей, которые здесь паркуются. Общественное место. Да, мы им объясняем то, что тут нельзя парковаться. Пока что. А, это типа хам. Нет. Типа хам. Типа хам. Типа хам. Так вот, а... Мы хотим, чтобы люди задумались и пошли и оформили в управу. Если родиться. И вы не могли бы тут парковаться. И с ребенком бы уходили вот туда. А мне не надо тут парковаться. А если вы живете в этом доме? Если вы живете ну, в этом доме. Слушайте, и у вас подъезд сюда выходит. Где? В дворе. В каждом дворе парковочное место. Пойдем во двор. Ну, я был там уже. Я был там. Вы там были? Ну почему я могу найти себе парковочное место? Почему вы не можете? В этом доме живете. Да при чем в этом доме? В Москве я что, в другой планете живу? Или что? Я что, должна поехать куда? На нет. Ну, зачем вы покупали машину, если вам негде парковаться? Как вы думаете? Зачем? В Москве вы покупали машину, если вам негде парковаться. Почему пешеходы должны заботиться о том, что вообще, блин, вот я бы, если был пешеходом, мне нафиг не нужны эти парковки, эти дороги, я бы все засеял зеленью и ходил бы пешком. Вот честно. Да? Да. Нет, серьезно. И детишки бы гуляли по зеленым, по зеленой Москве. А у вас есть дети? Конечно. Сколько? Двое. Ходят, да? Конечно. Да, и в школу, и в сад. Да. Да. Ну, в школу еще не ходят, но в сад ходят пешком. Да, ну если сад рядом. А у нас знаете, где сад? Не знаю. Да, на объект на метро. На метро? Там, да, на метро. Ужас какой. Поблизости здесь не надо будет детского сада. Можно попроситься. Постройте детский садик. Ой, какие молодцы, да? В общем... Есть полно.
Вот вам инструкция к действию, идите в управу, пишите коллективное заявление. Хотите, пошлите, я не знаю. Ну я вам по-доброму говорю, если как бы, ну. Сейчас, кстати, эвакуатор приедет, можете это. Ну, эвакуатор будет машинки забирать. Не, правда. Так что вы можете их спасти пока что. Пока еще, не знаю. Да. Ну, вот, в общем, палатка с мороженым у нас, получается, стоит на дороге. По логике. Вот этой вот гражданки, да? Автобусная остановка тоже стоит на дороге. И я не понимаю, если честно. Скажем, в чем прикол? Что здесь есть три школы и три детских сада, если не больше, в районе. Да, вот Сергей говорит то, что три школы и три детских сада в 5 минутах ходьбы. Рядом, да. Если что. А то я знаю. Да. А что, ребят, давайте им всем наклейки наклеим. А что, нам кому-то звонит? А? Не знаю. Чем мы можем вам помочь? Скажите. Надо голову включать. Вот мы и говорим. Вот по вашей логике палатка с мороженым стоит на дороге, правильно? Логично. Палатку ставят. Надо шестое. Нам она нужна, что ли? Так уберите ее нахрен. Вы же тут власть, вы же тут жители. Сделайте себе парковку. Будьте наконец гражданами. Да где? Да никто вам не сделали, вас ввели в заблуждение. Может быть, и у меня вот недавно такая ситуация была. То, что у ресторана сами начертили на тротуаре полосы. Ну, не ресторан, я понимаю. Дом. Дом, да. Живой дом. Нужна парковка, я, никто не спорит, но надо все оформлять нормально, и все. Знака тут нет. Тут ходят люди на остановку к метро, тут, блин, машины ездят. Вы? Они там ходят, они здесь ходят. Я виновата, что офис настроили. В вашем доме офисы настроили. Посчитайте. Раз, два. Вот там через железную дорогу три. И они все ходят через наш дом. Вот об этом вы не пишете. Хотите, вот вы выскажете мнение и там мы направим куда-нибудь ваше обращение. В управу. Да. Управу не знаете. Видимо, не знает управа. А ну, наверное, да. Но вы же не заставляете их знать об этом, например. Их же надо заставлять все делать, вы же понимаете. Просто одна женщина сказала, что нам не зарисовали, но нам хотели поставить знак, но потом сказали до свидоса нам. Да. Ну, одна соседка, то есть они уже приготовили. То есть знак они уже хотели поставить, уже да? Хотели. Ну, потом сказали, какой-то адрес тут? Бутовская, просто. Бутовская 86. Какая? Бутовская 86. В общем. Какой тут район? Савеловский. Нет. Я думал, что там Бутырский. Бутырка. А у вас тут управа Бутырского района, правильно? Бутырский. Вот. Бутырский. Так, уважаемый управа Бутырского района, что за беспредел? Почему людей обманули с вот этой вот фейковой разметкой, не поставили знак? Ну-ка бегом, быстро, сами, лопаты в руки, разгребаем снег и ставим знак. Да, либо убираем разметку и объясняем людям, что здесь нельзя парковаться, ставим полусферы. Все, беспределу хана, короче. Делайте свою работу. Ладно, всего вам доброго. Мы покидаем вас. Покидаем вас. У нас еще столбики. А это самое... Что? Разве мы не будем его ждать? Эвакуаторы? А мы потом подойдем. Но я думаю, они без нас справятся. Да, конечно. Ну или мы потом подойдем. Бумагу по этому участку. Давай. Давай попросим. Тормози их. Тормози. Давай, поехали. Вот уже едут. Они по вызову, что ли? Да. Ну, не судьба. Просто со столбиками. А что он хочет? Куда? А что он хочет?
Что сказал? Массовая еда прикрывала. А куда Дмитрий сказал? Мы уже едем. А куда они пошли? Они нас кинули, пацаны. Где они есть? Да, уехали. Вот так вот Виктор сделал обращение. ДПС. А где ДПС? ДПС. Павел, вы знаете, куда они делись? Не знаю. А. Сейчас посмотрим. Где ДПС у нас? Ну нам в ту сторону идти. Где ДПС? Где ДПС? Виктор, тебя проигнорировал целый экипаж ДПС. Куда они свалили, вот скажем? Да, должны. Уехали, ДПСники. Нехорошие, нехорошие сотрудники, да? Вообще. Плохой ДПСник. Наказываем его. А какой хороший ДПСник? Плохой. Нет, хороший ДПСник. Какой ДПСник? Хороший? Какой? Хороший ДПСник, грамотный ДПСник. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. А если вы хотите видеть еще больше ситуаций, закадровые ситуации, всякие бэкстейджи и прочее, подписывайтесь на наш Инстаграм. Там даже будут прямые эфиры и телеграм-канал. Там тоже много интересного. Все ссылки будут в описании. Пока!